Итак, это обзор ММВБ российского рынка акций, валютного рынка и сырьевого рынка на предстоящую неделю с 9 ноября по 13 ноября. Начну сразу с событий недели и их последствиях. Конфуз на выборах штатов. Как говорится, уже есть фактическое примечание того, что были вбросы, то есть уже фактически это подтверждено. И самая демократическая страна в мире перестала быть самой демократической. В кавычках демократической. С учем. В том, что фактически Байден стал президентом США. Второе. Трамп в ответ на расчеты об избрании Байдена заявил, что не СМИ, а законы и голоса решают, кто избран президентом. Третье. Трамп сказал, что он не успокоится, пока американский народ не получит честного почета, которого он заслуживает. И четвертое. Мы все знаем, зачем Байден спешит сложным заявлением о его победе, а его союзники в СМИ так пытаются им помочь. Выборы далеко еще не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате, и с понедельника команда Трампа начнет вести дело в Верховном суде. И суд Верховный под республиканцами. То есть тут сами знаете, чья поддержка со стороны республиканцев в адрес президента республиканца, то есть Дональда Трампа. Чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя, сказал Трамп. По крайней мере, в ближайший месяц будет полная неопределенность в ситуации с выборами. Потому что если бы. Потому что точнее, если бы именно фактически победил именно Трамп. Преимущественно. То есть об этом есть определенные статданные и, и прочее, что, что с этим связано. Голосовали там, причем люди как на избирательных площадках, так и через интернет и через почту, но это уже вопрос другой. Нам важна сама будущая конъюнктура рынка фондового, в первую очередь валютного и товарного, в том числе. Вот и с чем неопределенность сохраняется и будет сохраняться еще в ближайший месяц. И тут надо учитывать то, что волатильность именно в рынке будет происходить и дальше. И в чем суть? Вчера еще ОПЕК. Вот я делал пост мнение, да, вот, по поводу ливийской нефти, победе Байдена на выборах. В чем суть? Старпер Байден, он хочет снять с рынка, с Ирана эмбарго нефтяное, которое вводилось... Не помню, когда точно, по-моему, года два или три назад, если я не ошибаюсь. Потому что основные враги для республиканцев – это Иран и Китай. Для демократов – это Российская Федерация. Удивительно, да? Вот такое и есть. И если вдруг Трамп, э, Байден утвердится на этих выборах и будет президентом, тут надо учитывать одну важную вещь, что в Сенате сидят республиканцы. И многие предложения альцгеймериста Байдена будут блокировать. То есть тут надо учитывать, что будет блокирование его каких-либо инициатив. Потому что микс из президента демократа и сената республиканцев, Никакого общего консенсуса не будет найдено между ними. Тут должна быть идейность, чтобы президент был республиканец и республиканцы демо... э, в Сенате. Будет консенсус, но поскольку демократ президент, консенсуса не будет. И в чем суть? Суть-то в том, что Байден сам неоднократно говорил то, что возможно демократы, ну то есть он как президент предложит инициативу по снятию эмбарго со стороны, ну, в адрес Ирана. И в чем суть? Если вдруг у него это получится сделать, то на, на рынок нефти хлынет новая нефть, иранская. Цена будет под лютейшим давлением, невероятным давлением. И суть-то в чем? Тут мы уже приходим к энергетике. Камала, Камила Харрис, это будущая правая рука Байдена, вице-президент, женщина. И сам Байден... И я по факту думаю, то, что Камила Харрис будет сама через Байден Лаберхит свои интересы, потому что не зря она там появилась в это время, как говорится. ни в чем суть? Суть-то в том, то, что они выступают против нефтяников, своих же американских. То есть если бы Трамп сейчас бы его, он утвердился бы на выборах, да, то есть фактически, фактически он победил, откровенно говоря. Ну, вбросы голосов, да, Сделали свое негативное дело. Победил этот старпер Байден. Фактически. Но это еще не все. Как говорится, Верховный суд еще только впереди. На следующей неделе начнется слушание по этому вопросу. И с учем. Если Трамп выступает за спасение сланцевой отрасли, американской, в первую очередь, то что можно тут логически представить? То, что такие компании, ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum, он бы вытаскивал, как бы он вытаскивал, он бы пампил цену на нефть, как бы Трамп это делал. Во-первых, эмбарго бы на Иран сохранилось, во-вторых, бы ввелись бы какие-либо ограничения на арабский рынок нефти. Это второе. И третье, ну, к сожалению, повторение продолжения торговой войны между эм, Китаем и Америкой. Но тут надо понять одно то, что продолжение торговой войны в данном случае это необходимость, потому что Китай надо остановить у них, у них есть все мотивы отобрать лидерство со стороны Штатов. На самом деле не стоит китайцам отбирать лидерство со стороны Штатов, потому что, скажем так, я знаю, комментарий у, у китайцев. Китайцы это народ очень сплоченный. И здесь необходимо то одну важную мысль, что если мировая инициатива политическая перейдет в адрес уже в руки Китая, господа, вспоминайте Третий Рейх нацистскую Германию. Что было тогда? Вот такую параллель можно привести и в адрес Китая. А нация там, ого-го, какая сплоченная. Коммунистическая партия там всем конкретно рулит. Ну это так. Небольшое, небольшая мысль, которую необходимо учитывать. И в чем суть? Вот тоже мне некоторые товарищи пишут, мол, если изберут Байдена, рынок будет спокойный. Нет, господа, это чушь собачья. Рынок не будет спокойный. Потому что при Трампе есть гарантия того, что рынок нефти будут пампить, и наш рынок от этого будет получать дозу кайфа. Точно тоже будет расти, между прочим. Вот в чем суть. А при Байдене запомните одно: он демократ, сенат республиканцы. Консенсуса никакого нету в этом плане. И сейчас чего рынок ожидает? Рынок ожидает новостей от ФРС. То есть будет ли новый пакет, то есть не от ФРС, а от государственных органов Америки, то есть будет ли новый пакет мер, то есть будет ли продолжение КУЕ и прочее. И знаете, в чем суть? А суть в том, что весь этот вопрос остается в неопределенности. То есть КУЕ будет, ставку ФРС оставил на уровень 0,25%. Это надолго, это очень надолго. И смысл в том, то, что примет ли сейчас государство американское пакет о мерах поддержки экономики штатов? Нет, не примет. Сейчас они его не примут. В ближайшие месяцы они ничего принимать, скорее всего, не станут, потому что терки между президентами – это уже вопрос внутриполитический. Об экономике заикаться они уже маловероятно, что будут. Потому что сейчас надо одной из сторон удержать свою власть. Логично? Логично. И, собственно говоря, на днях ФРС провели пресс-конференцию, и они отметили то, что первое слабый спрос и более низкие цены на нефть сдерживают инфляцию, экономическая активность и занятость США продолжают восстанавливаться. Второе. ФРС США намерена использовать весь спектр, все, весь спектр своих инструментов для поддержки экономики США, то есть низкая ключевая ставка, Куе и прочее. Ну и третье, ФРС будет продолжать сопутствовать восстановлению экономики США, то есть продолжению программы количественного смещения. Но все абсолютно зависит от ситуации с ковидом. Но это все уже заложено в цене. Ставка, то есть в цене рынка, ставка и куе. Чего еще не заложено в цене? Это, повторяюсь, пакет о мерах поддержки экономики Штатов он не заложен в цене ни американского рынка, ни прочих других и европейских, и азиатских там, и прочих рынков. И, скорее всего, повторяю, повторюсь еще раз, что об этом сейчас говорить никто не будет, потому что цель – сохранить власть с той или иной стороны, Байдена или Трампа. Еще раз, если точно утверждается Байден, будет каша в ближайшие 4 года. Утверждается Трамп, будут спасать сланец, как, еще раз, как спасать, Эмбарг на Иран сохраняется, с другими арабскими странами заставит Америка Тушам Саудовской Аравии добычу сократить, арабских стран сократить добычу. И американцы будут делать все, чтобы нефть пошла на уровень выше 50 долларов по марке WTI. Ну и 54-55 долларов за марки бренд. Почему именно так? Потому что 52 доллара это окупаемость американского сланца. И при этом Трамп будет и дальше давить на ФРС. Будет это делать Байден? Байден этого не будет. Поэтому в чем суть? Нефть все равно придет на уровень 50, 60 и 70 и даже выше. Но при Трампе это будет быстрее. При Байдене это будет намного позже. Почему именно так? Потому что, вот, например, приходит Байден. Он с Камилой Харрис, повторяюсь, высыпает там за иную энергетику. Там возобновление сочных энергетики, зеленую энергетику и прочее. Так, значит, знаете такой гик своеобразный. И он просто убьет сланцы американские. Но убивать он и будет его не сразу. Медленно, в ближайшие там 3-4 года. Они, да, они обанкроются, согласен. И потом нефть тоже поведет вверх в цене своей. Потому что будет меньше конкурентов. И, в, и рано или поздно все равно эм, спрос, спрос на рынке нефти превысит предложение. То есть спрос, кому нужна нефть, и предложение, кто, кто предлагает нефть. Предложение снизится, спрос увеличится. Отсюда и будет автоматически памп цены. Но нужно ли это сейчас, учитывая то, что будет впереди неопределенность взаимоотношений между демократом, президентом или сенатом-республиканцами? Я думаю, что нет. Лучше пусть будет стабильная политика и стабильные отношения в рынке со стороны Трампа. Да, рынок будет новостной, да, будет продолжение торговой войны. Но запомните одно, граждане, краткосрока-средний срок спекулятивный. Это лучшая стратегия. И да, будет там даже в случае победы утверждение того, что победил именно Трамп, рынок он будет пампить и дампить Твиттером сообщениями своими. Но это предсказуемее, нежели чем неопределенность, повторяюсь, когда президент демократ, а сенат республиканцы. Вот где проблема, граждане. Вот в этом-то и есть проблема. И при этом мы уже, наверное, вперед, то, что еще раз, если Трамп утвердится, он будет нефтянку тащить вверх, спасать весь свой сланец. Я все равно выступаю за Трампа. Почему? Потому что я не инвестор, я спекулянт. У меня краткосрочная, среднесрочная спекуляция в рынке. И мне, мне как спекулянту, было бы выгоднее, чтобы рынок нефти начали пампить вверх. Потому что вот тоже нам вчера во Вконтакте под одним постом написал человек, мол, <coughs> мол. Вот вы администрация группы «Биржевик», вы только говорите о нефти, нефти, как бы, как бы запампить нефть. Но вы не думаете об экологии. Ну, как-то так он прозвучал этот вопрос. Граждане, вы приходите на рынок зачем? Чтобы думать об экологии? Нет. Вы приходите, чтобы зарабатывать деньги. Нам на экологию плевать. Вот нам, администрации группы каналов «Биржевик», плевать на экологию. Почему? Нам важно заработать деньги – то же самое, что важно и вам. Мы приходим на рынок еще раз не за тем, чтобы об экологии подумать, а за тем, чтобы заработать на тех или иных акциях, фьючерсах и валютах. Чтобы срубить прибыль. И вот я сейчас отвечаю на этот вопрос откровенно, без лицемерия. Мне на экологию насрать. Мне важны в первую очередь деньги. Как и любому другому капиталисту, мне важна прибыль извлечение этой прибыли. И вам, господа, то же самое. Потому что если бы вам деньги не были интересны, вы бы в этот рынок не пришли бы. Сейчас там митинговали бы, стояли бы там за эти зеленую энергетику, ве и прочее, электричество и пятое, десятое. Вы бы сейчас были бы общественными деятелями, а не инвесторами и не трейдерами на фондом, валютном, там, товарном рынке. Вот на правда жизни. Без лицемерия, без купюр. Все честно. Далее хотелось бы высказать пару слов про, про то, что английское новостное агентство The Sun, а это такая, знаете, козетенка, она немного желтоватая. Ну, то есть, некоторые вбросы они в рынок делают, но, знаете, какой вброс они сделали сейчас в рынок, вот его надо все равно учитывать. Про него не стоит забывать. А именно то, что газета Новостное агентство английское The Sun в, э, сообщает, что в 2021 году российский президент Владимир Путин, возможно, покинет свой пост в связи с растущими опасениями за его здоровье. И потом, обратить внимание, то, что сказал Дмитрий Песков, что у президента Путина все хорошо, и у него здоровье отменное. Президент в отставку не собирается. Знаете, господа, в нашем рынке надо учитывать внутри политические издержки. Потому что у нас президент тоже старый, ну, пожилой, то есть, все-таки, сколько там, 70 лет получается. Вот, и рано или поздно все равно на его смену придет другой человек. И в чем суть? Суть-то в том, то что мне, вот, например, допустим, если бы я был иностранным спекулянтом, иностранным инвестором в нашем рынке, российском, меня бы напряг уход Владимира Путина с, с поста президента. Да, меня бы это напрягло, потому что это неопределенность, а кто будет дальше, какая политика будет дальше, то есть, то есть какие там выборы будут происходить, мне бы это было, скажем так, непонятно. И это неопределенность все равно, это, знаете, это просто некоторые люди говорят, что это, это позитив будет. Господа, тут нет, нет, нет никакого позитива, вообще нет позитива. От слова вообще нет позитива, тут неопределенность. И повторяюсь, мне бы как иностранному инвестору, да, если бы я им был, я бы ушел с рынка российского. Я просто бы взял деньги свои заработанные и ушел бы отсюда. Подождал, пока там все разрулится, чтобы понимать, с чем в дальнейшем работать. Поэтому данный а, внутриполитический. Аргумент, ну, даже на триполитическую новость, события, надо учитывать, как говорится, господа, и держать ухо востром. Тем более у нас в сентябре 2021 года будут выборы в Государственную Думу, вот, до этого времени, я думаю, все будет тихо, гладко и спокойно, а вот дальше надо смотреть по ситуации, потому что, ну, фиг вы знаете, что будет, я, честно говоря, не вангую, я не цыганин, чтобы там гадать на хрустальном шарике, просто я допускаю те или иные события, их надо, опять же, учитывать, как говорится». Поэтому держать ухо востро сейчас это является необходимостью. Далее индекс РТС. Это месячный график, формация треугольник. Как говорится, пружинка сжимается. В чем смысл? Перейдем уже на, наверное, дневной график, чтобы посмотреть, что будет на предстоящей неделе. Во-первых, нисходящий тренд уже пробит вверх. Это отлично. Уровень 1170 удержали. То есть я в пятницу тоже на анализе рынка пост сделал. Говорил то, что в случае удержания уровня 1170 открывается путь на 1200. И вот 1200 этот уровень, вот данный уровень, пробить просто так не получится. Его не пробить, этот уровень. Уровень 1200. С первого раза нет. Почему? Потому что даже если мы сейчас формируем восходящий новый тренд, скажем так, вот относительно такой, мы пьем этот уровень. Но уже учитывая то, что мы находимся в зоне перегретости, будет пробитие полос Боллинджера, верхней границ, и откатимся потом вниз, примерно к уровню 1145, то есть к нижней грани этого восходящего тренда. И только потом, возможно, мы пойдем опять вверх. Но тут надо учитывать уже внешние события, события новостные, события какие-либо фундаментальные. Фундаментальные имеется в виду по выборам в Штатах. Потому что пока сказать очень трудно, чем они закончатся. И кто станет президентом Трамп или Байден. Никто не скажет. Сейчас, как бы, выиграл Байден. Но, блин, оспаривать это будет все-таки в Верховном суде, так или иначе. Так что это надо тоже учитывать. Поэтому сейчас цель основная по РТС это уровень 1200 вот сюда. Но от него стоит ждать откат, потому что здесь мы встретим, скорее всего, высокие продажи, большие, то есть продажи. Потому что это бывшая граница боковика. Это нижняя граница бывшего боковика. И даже когда он пытался пробиться, РТС вниз, да, цена, вот здесь был ложный пробой возврат сюда. И только с второго раза пробитие осуществилось. Поэтому данный уровень необходимо учитывать. И вот были тоже удары здесь, удары были, здесь удары, и вот здесь были удары в том числе. Уровень очень важный, и пробить его сейчас первого раза куда-нибудь не получится. То есть вот, не получится. Видите, крест. Поэтому от него я жду откат. Далее индекс, далее индекс ММВБ Московской биржа. Он торгуется также сейчас. Пробил, то есть восх э, нисходящий тренд. И сейчас осуществляется э, возврат в минувший восходящий его ой, канал. То есть вот каналчик, вот он идет, да, нижняя грань пробили, все, идем вверх. В чем смысл? Сейчас бы я могу сказать одно, что здесь идет полная корреляция с РТС. То есть впереди уровень 2945. Вот, сопротивление, сопротивление, поддержка, сопротивление, поддержка, сопротивление, поддержка была, сопротивлением, сопротивлением, ну и прочее. Что мы имеем на текущий момент времени. То есть данный уровень, как и ПРТС 1200, в данном случае МВБ 2945 мы пробить его с первого раза, скорее всего, не сможем. Учитывая то, что у нас наступает локальная перегретость в нашем рынке после такого выноса. И это мы видим подтверждение по осцилляторам. Вот-вот. И вот по полосам Боллинджера. То есть мы придем сюда, скорее всего, и отсюда будет уже откат вниз. То же самое, что и в РТС. Потому что локальный перегретость нужно будет потом как-то охлаждать. И тем больше имеется так же, как и в РТС также и на ММВБ может быть же открытый гэп. Ну и второй тоже гэп тут имеется, но все-таки желательно его сейчас не закрывать, этот гэп. А им закрыть у меня большой первый гэп, он разрыв нет на уровне, на уровне 2795. То есть тут, в принципе, стратегия такая. И поэтому даже если мы будем формировать восходящий тренд, как и по индексу ММВБ, да, то с откатом курню куда-нибудь 2810, то есть с целью закрытия вот данного гэпа. Вот пока такой расклад. Далее нефть марки Brent. Это дневной график. Тут, в принципе, мои цели на предыдущую неделю, они идеально сработали. То есть я на обзоре ММВБ неделю назад говорил, что у нас цель красная, это 41, там, 30, 41, 50. Мы туда придем, будем биться об этом медиану значении полос Боллинджера и, скорее всего, откатимся вниз на фоне фундаментальных причин и факторов. В принципе, это произошло. То есть, мне тоже там потом поступали вопросы разные, мол, там, где фиксировать прибыль по эм, фьючерсу на нефть марки Но, Господа, запомните одно, что как только у вас прибыль получается, на фьючерсах, акциях, валютах, неважно, ставьте стоп-лосс и двигайте по мере роста. Потому что если вы торгуете фьючерсами, да, и я тоже торгую время от времени фьючерсами. Вот, например, в пятницу я шортил фьючерс РТС. К примеру говоря, я просто к чему веду? К тому, что как у вас только появляется прибыль, сразу ставьте стоп-лосс. Но, ну, например, цена выросла на 1%, стоп, ставьте куда-нибудь на полпроцента, чтобы потом хотя бы с прибылью выйти из позиции. Это в идеале, потому что фьючерс – это высоко рисковые активы, хлеще, чем акции. И в них еще есть экспирация, понимаете? То есть фьючерс – это самый краткосрочный базовый контракт. Все. То есть они не, не на долгосрок, они на какое-то время. То же самое, например, с, с нефтью. Сейчас нефть торгуется в нисходящем тренде, вот. И тут еще тоже, видите, другая наклонная кривая линия идет. Коррекционная. А в чем смысл? Сейчас основная поддержка в нефти марки Brent выступает уровень 3860. Знаете, господа, я еще раз скажу: смотрите внимательно за выборами в Штатах. Кого изберут? Избирают Байдена, помните одно, что он может снять эмбарго с Ирана. Да, там Сенат будет говорить в большинстве республиканцев, мол, типа дед ты что, дурак, что ли? Иди гуляй, Вася Пупкин. Не, не, не Вася Пупкин, а Джо Байден там. Джо там, как тебя, я, я не знаю, что там. У него отчество такое очень жесткое отчество. Я даже вчера, когда читал его отчество, выговорить не мог. С первого раза. Ну, первый раз хорошо там не пролоббировал. Там, второй раз, третий раз. А на, третий, на четвертом, пятый, блин, возьмет и получится. Ну, грубо говоря, да. И вот смотрите, если эмбарго снимают с Ирана, ну все, господа, труба будет. Это новое давление на нефть. И отметка 36, и даже отметка ниже 36, она спокойно будет достигнута. Просто следите за тем, кто будет сейчас фактическим формальным президентом в Америке, или Байден, или Трамп. Еще раз, выборы еще не закончились. Трамп обращается в Верховный суд. Если республиканцы в массе своей, республиканцы. А Трамп республиканец, между прочим. И вот смотрите внимательно. Если избирают Трампа, вот вдруг у него получится. Вот я не знаю, получится нет, я не знаю, врать не буду. Но если у него получится, не будем ванговать, но просто предположим, если у него получится. Помните одно, что пампить будут нефть в скором времени. Потому что у Трампа цель спасения сланцевиков. А он консервативный энергетик. Трамп. Он консервативный бизнесмен. И как пампить, я вам сказал в начале этого видео. Давить арабов. Говорить, мол, типа, ты там товарищ шейх, давай-ка ты сокращай там. Мы же твои хозяева, в конце концов, ты должен это помнить, понимать. А ты наш там этот, ну, на поводке сидишь. И все. Поэтому данный фактор надо учитывать. То, что у Трампа цель задрать нефть выше 50 долларов. И он выход найдет, господа. Мы сколько раз видели, он выход находил. Для нашего рынка это, блин, мать его, позитив. Это так нефть по 600, лукойл по 5,5-6 тысяч рублей за акцию. Газпром нефть по 400 рублей за акцию, ну, грубо говоря. Понимаете? Вот чем логика, господа и дамы, вот чем логика. Корреляция такая определенность с нефтяночкой. Наши нефтянки с нефтью идет. И тут вот сейчас, там недавно у нас нефть давили вниз, потому что там вытряхивали пассажиров лишних. И только сейчас там уже разворот проявляется, то есть пробивает верхнюю грань нисходящего тренда. Об акциях мы эти компании еще поговорим сегодня. Но по рынку нефти, еще раз, учитывайте те события, которые я сейчас сказал. Они, они ключевые, они очень важные. Потому что, еще раз, господа, при Байдене, при Трампе рынок все равно будет новостной. Запомните это раз навсегда. Кто бы вам, блин, что ни говорил, кто бы что мне не писал. Помните, рынок все равно будет новостной. Потому что при любом президенте, при любой власти американской, форс-мажоры всегда происходили и будут происходить. От этого никто не застрахован. Застраховать себя можно только стопами, если вы спекулируете на фьючерсах, стоп-лоссом. Все. Но если говорить именно про нефтянку в Штатах, а, про нефтехоронилища они сейчас, кстати говоря, активно потребляются, то есть активно черпаются. Это плюс. Это хороший очень плюс. Поэтому на предстоящей неделе чего ожидать от рынка нефти, господа? Приход вот на эту поддержку. Уровень 38.75. Вот это зеленая линия. Видите, что сейчас синяя Отмечаю, вот туда езжать приход нефти марки Brent в пределах нисходящего тренда. Берем сейчас на недельный график. На недельном графике у нас имеется формация двойное дно. И сейчас это дно тестируется. Видите, вот раз, два, вынос, тест вот на этом уровне поддержки. А это ключевой уровень поддержки, потому что бывшее сопротивление значим уровень 30, 36 э, долларов за баррель. Вот тест сюда, скорее всего, опять будет. И только потом мы увидим распределение. Но еще раз, на следующей неделе 38.75. Вот она, зона поддержки важная тоже. Но самая ключевая зона это 36 долларов. Вот как так. Поэтому, если нефтяночку тоже берете в обиход, фьючерсы, да, на нефть, ставьте стопы. Всегда ставьте стопы. Без стопов торговать фьючерсами это, это плохо. Это, это больно. Но я думаю, вы это понимаете сами. Далее фьючерсы на природный газ. Торгуется при восходящего своего тренда, что не может не радовать. Был ложный пробой вот этого а я сейчас недельный график включу, чтобы показать наглядно. Был ложный пробой в верхней границе треугольника. А этот треугольник у нас 30-летний проходит сейчас. То есть, господа, плетится тот день, когда природный газ не будет расти и активно расти. Мы пока прокололи его ложно, но учитывайте то, что у нас идет тупо, вот сейчас тупо коррекционное движение. То есть основная поддержка выступает уровень 2, 65-270. То есть данный уровень 305, к сожалению, не удержали. Хотя, у меня, честно говоря, была надежда, что мы его удержим и попытаемся заштурмовать уровень 3. А, сейчас за заштурмовать уровень 3, 23, 35 вновь. Но, к сожалению, запала не хватило. Но в чем суть? Сейчас она охлаждается на неделю граффити она была перепродана, я об этом тоже э, перекуплена, я об этом неоднократно говорю, что цена перегрета, будет коррекция, вот коррекция происходит сейчас. МСД то же самое, и <coughs> цель коррекционного движения 2,65, 2,65-2,70, нижняя граница восходящего тренда. Но если надо учитывать один важный фактор, что в текущей ситуации а, тут смотреть надо на природные явления в европейской части, ну, короче, в Европе. Будет холодная зима, господа, газ будет расходиться в нефтехранилищах быстрее. Чем это должно быть? И чем это чревато для природного газа? Выносом. Я еще раз скажу, что среднесрочная цель по газу и очень важная цель, это вот данный уровень 5.15, 5.05-5.15. Это верхняя грань боковика. То есть сейчас цели туда. Видите, формация двойное дно, вынос, тест. И сейчас это распределение импульса, грубо говоря. То есть в среднесроке 5 долларов за по данному инструменту мы увидим. Но также имеется еще сопротивление 3,80 и 4,43. Но еще раз, среднесрочница это 5 долларов. Вот им верхняя грань боковика. Потому что скоро цена будет повторно пробивать вот сейчас месячный график. Вот эту верхнюю грань треугольника, еще раз говорю, тут играют уже роль фундаментальные факторы. Газовый рынок восстанавливается. И сейчас участники рынка закладывают ожидания на то, что газовый рынок восстановится. Почему? Потому что сейчас находится природный газ, точнее находился на своих минимумах, минимальных значениях. И обратите внимание вот, на эту проторговку по месячному графику. Видите, это очень сильно зона поддержки сейчас будет. Диапазон 2.65, дефис 3.25. Вот здесь какое-то время мы проторгуемся только, опять же, в пределах восходящего тренда своего, среднесрочного. И, скорее всего, пойдем дальше выше, то есть уже на более вышестоящую цель с целью пробить вот верхний границ треугольника. Как бы финал-то один, только он немного растянут во времени. Суть, я думаю, ясна. То есть, еще раз, техническая цель среднесрочная это 5 долларов. Что будет для наших газовиков, будет ли это плюсом? Конечно, это будет плюсом. Они будут продавать свой газ, Газпром на с прибылью, не в безубыток, а с прибылью. Чем выше газ, дороже газ, тем больше прибыли они срубят. Как это прибыл в Газпроме в 2018 году, когда трудный газ стоил 5 долларов, Газпром заработал рекордную прибыль за 2018 год. И даже, скорее всего, за текущий четвертый квартал, то же самый Газпром, скорее всего, заработал также прибыль больше, чем он мог бы заработать, если бы цена не росла. То есть, если бы цена не росла, бы, логично, что прибыль была бы меньше. То есть, по итогам четвертого квартала, уже в 2021 году, мы, как говорится, итоги э, увидим по отчетности «Газпрома». Далее индекс гособлигаций «RGBI». Тут картина следующая. Обратите внимание, что... Сейчас активно удерживается уровень 150-153. Сейчас облигации российские выкупают, в том числе, российские государственные банки. Это первое. Второе, вышла информация о том, что тут определенные лица иностранного происхождения паркуют свои деньги, также в российский рынок. То есть в скором времени мы уже видим стаданы от ЦБРФ по притоку или оттоку иностранного капитала. Просто даже мне самому интересно, насколько все Эффективно сейчас в рынке, в долговом рынке происходит у нас, но не суть. А, пока поддерживает уровень 151-153, вследствие чего поддерживает базово стороны выкупа облигаций стороны Госбанка. Все, тут все по-старому и пока чисто боковичок тут у нас будет. Но надо научить другое, что... ЦБРФ, они неоднократно объявляют то, что 2021 год будет годом денеж... мягкой денежной кредитной политики, то есть, но мягкое ДКП это не означает, что будет послабление, то есть еще снижение, снижение ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка 4,25% пункта. Инфляция вблизи 4% находится, формальная инфляция. Почти 4%. И в чем суть? А суть-то в том, что ниже уровня инфляции ЦБ не будут опускать ставку. скорее всего, такого не будет. Это просто нецелесообразно. Но когда рецессия кончится, вот вся мировая рецессия, то перед ЦБ станет дилемма о повышении ключевой ставки. Почему? Это базово и преимущество для иностранного капитала, потому что долговой рынок – это основа всей основ. То есть долговой рынок, фондовый рынок идет выше, и потом уже там товарные, валютные и прочие рынки другие. Так что и потом, Заманивать сюда будут э, иностранцев путем повышения ключевой ставки с целью увеличения доходности на облигации федеральной займы. Потому что инорезы покупают именно ОФЗ. Правильно? Правильно. Раньше ставка была выше. Они были в нашем рынке конкретно. Чаще и там было 40% от общего объема. 40% и нарезов До кризиса 2020 года, когда ставку начали еще активнее снижать. И потом ЦБРВ будет ставку повышать. Мое личное мнение, то, что они повысят ставку до 6-7%. То есть пока внутри кризиса они стимулируют экономику, да, там кредиты льготные выдают, ипотеку льготную и прочее. Ну, вот, как льготную, около льготную, скажем так. Стимуляция идет полным ходом. Но в будущем будет подъем ключевой ставки. Это неминуемо. Далее валютная пара рубль-доллар. Это недельный график. Ну, во-первых, технически есть перегретость, перегретость. Подтверждается также здесь дневной график. У нас имеется пробитие восходящего тренда. Пока что локальное пробитие. Мне, честно говоря, сказать трудно, какой будет завтра внешний фон. Почему? Потому что я всегда опираюсь на та, так, как торгуется Азия. То есть азиаты, если торгуются позитивно, наш рынок будет тоже в позитиве отыгрывать этот позитив. То есть валюта пойдет вниз. Рубль будет укрепляться. Если негатив, то, соответственно... Рынок наш низ, валюта вверх. Завтра мы это увидим. Сейчас СБРФ тоже активно продает валюту для поддержания валютного рынка от, от такой более высокой чрезмерной волатильности. И в чем суть? Сейчас Магедонец, разного рода инвест, дома, банки, всякие там аналитики, блогеры. Не, доллар будет по 150, доллар будет по 200, доллар будет по 250 и прочее. Вы знаете, в чем суть? Об этом говорили в 2008 году, в 2009 году, в 2013, 2014, 2015 годах. Об этом говорили в 2019 году. И об этом говорят сейчас. Только вот доллар по 100 мы не видим. По 200 мы его не видим. По 300, по 400, по 500 мы тоже его не видим. И я к тому говорю, то, что мне тоже сейчас вопрос задают, мол, типа, нужно ли на эту информацию как-то клевать. Господа и дамы, это решайте вы уже сами. Почему? Потому что мне, честно говоря, фиолетово, как вы эту информацию воспринимаете. Если вы как-то, не знаю, ну, откровенно говоря, перейдем сейчас на недельный график и просто вот давайте посмотрим еще раз. Я со, со своей точки зрения выражал, что вот здесь у нас будет откат. Об этом говорил, что на ММВБ и неделю назад, и две недели назад и прочее. Мы будем отсюда откатываться вниз, потому что тут ключ уже экспортеры российские под, под указу, по указу государства, Центральный банк и прочее. Уровень 80-82 пробить очень трудно. Это стратегический, психологический уровень рынка. Почему? Потому что, смотрите, впереди у нас Государственная Дума выборы будут. Вы, блин, что думаете? Государство не будет давить курс потом. Скорее всего, будет давить. Почему? Даже, под... вот смотрите внимательно. А, тоже конституционный выбор у нас в стране. На что народ, мать его, в первую очередь смотрит? На курс доллара. У нас в стране курс доллара, это как, не знаю, как, как иконы церковные, понимаете? важно для народа, это важно. И в чем смысл? Давили здесь курс доллара перед внесением в Конституцию тех или иных моментов. То есть даже выходили с татдан, потому что центральный банк про такую-то валюту, столько 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 то грубо говоря, да? Да, тут еще была и девальвация доллара в том числе, по, по миру всему. Он когда откатывался от уровня там 105 пунктов, по-моему, до уровня там 90, не помню, 4 что ли, пункта или чем-то еще, тоже повлияло на коррекцию в данной валютной паре. Но если надо учитывать другое, то что еще и политическое событие, условно говоря, побеждает Байден, он будет лоббировать те или иные пакеты стимулов для Америки. Это на свеженапечатанные доллары, которые идут потом в экономику. И в чем суть? Суть-то в том, что данное влиять, влияние будет тоже оказываться на доллар. То есть доллар будет тоже, в свою очередь, слабеть по отношению к тем, ну, по отношению к своей валюте корректирован, с, с кем он торгуется. Ну, это по отношению к евро, там, и к другим валютам. Фактор должен это учитывать. В нашем рынке имеются политические риски, санкции и прочее. И плюс еще нефть по 38 долларов тоже негативно влияет, потому что у нас в государственном бюджете просто дыра размером, не знаю, очень, очень большая, мягко говоря. Вот. Поэтому сейчас таким вот курсом доллара, кое-как эту дырку сшивают. И в чем смысл? Когда нефть будет там по... 50, 60, там, 70 долларов, курс доллара будет непременно ниже. Но, опять же, надо учитывать на внутриполитические российские события. Потому что, еще раз говорю, Владимир Путин уже тоже человек пожилой, и мне пока непонятно, кому будет, кто будет следующим президентом, какая будет у него политика. И любой иностранный инвестор в российском рынке, спекулянт, то есть, он в случае чего будет с рынка нашего уходить. А их и так много сейчас ушло. Их дофига ушло сейчас. Их почти, они почти все ушли. Да? Да. Поэтому, когда будет новый переток спекулянтов в сроке я это ожидаю, то курс по рубль-доллар будет корректироваться вниз, еще ниже нынешних цен. Логично, логично. Так всегда происходило в рынке, так всегда происход происходит в нашем рынке. Я это наблюдаю уже долгие годы, и картина стандартная получается. То есть ничего нового, в принципе, тут не ожидать не стоит, и ничего нового тут не, не происходит. Так что еще раз, уровень 80, 82 – это самое сильное сопротивление. Это первый фактор. Второй фактор. Э, дневной график. Мы закрыли гэп на уровне 77. 33 данный гэп. Это второй фактор. Третий фактор. Скорее всего, на следующий день будем проторговаться. Мы вблизи уровня 77.30, дефис 78.40. Скорее всего. Но с, с проколами, Уровне 7700, то есть с проколами ниже. К уровню 76.40. То есть такой вот широкий диапазон получается. Еще раз, почему так? Потому что непонятность вокруг выборов, она нарастает только. И в ближайшем месяце будет тоже сильная волатильность на рынках. Потому что будет в рынок новостной у нас. В первую очередь. Вот этот фактор и учитывайте. Далее пара евро-рубль. Перейдем на недельный график. И в чем суть? Ну, я уже неоднократно говорил, что все это пара просто, ну, сатанинский сатанински перегрета. Это первое. Второе сопротивление, она вторую в боковике здесь. Сопротивление 93-33, проколпомитет на 94 и прочее. И в чем суть? А, смотрите внимательно на такой очень важный фактор. В случае продолжения девальвации доллара, а на индекс DXY мы еще перейдем сейчас на индекс доллара, запомните одно, что евро будет только крепнуть и обращать внимание на корреляцию пары евро-доллар с парой евро-рубль. То есть они идут один в один. Укрепляется евро по отношению к доллару, укрепляется евро по отношению к рублю. Данный фактор надо учитывать. Но тут надо еще понять другое, то, что слабый доллар – это плюс для сырьевого рынка. То есть сырье будет просто дорожать. Нефть, газ, там, металлургия, агросектор и прочее, уголь в том числе – это плюс. На курс евро я вообще никак не смотрю, откровенно говоря. Почему? Потому что у нас все в стране э, крутится вокруг доллара. То есть вся, все ценообразование вокруг бакса ходит. Поэтому даже, например, один тоже мне человек сказал, мол, типа, бак, э, айфоны вот те же новые, по курсу доллара, что-то в диапазоне 90-100 рублей рассчитали. Но это опять же с определенными издержками, себестоимостью и прочим как оно всегда и происходит. В том году тоже курс был, по курсу высокому высчитывали цены на новые айфоны, и сейчас тем более то же самое. В этом, как говорится, в на нашей стране ничего не меняется в этом плане. Поэтому при ослаблении доллара евро будет расти. И, скорее всего, по отношению к рублю, то шам будет оно расти. Потому что все вот это движение, которое мы видели здесь, ну, вообще все вот это движение – на всем этом движении DXY, индекс доллара, ослабевал, корректировался, падал. Еврокреп. И сейчас давайте перейдем лучше на индекс доллара. Я неоднократно говорил то, что вот недельный график, а лучше перейдем на месячный график. О том, что данное движение, на мой взгляд, является локальным, точнее, среднесрочным коррекционным. То есть это еще не стратегическая девальвация баксов. То есть, опять же, у нас имеются цели ниже, которые необходимо скоро доллару отторговать, вплоть до уровня 78. Почему? Запомните, ну, таких это свечи рисуются, это будущие цели для медведей. И так всегда в рынке происходит, вообще всегда. В товарном, валютном, в, не знаю, фондовом рынке, долговом и прочее. Всегда так происходит. Но тут надо учитывать другой фактор, что сейчас на американском рынке надут очень сильный пузырь. При Трампе, возможно, его будут продолжать додувать. При Байдене, за счет его дебильной политики, его будут сдувать. Такое возможно, да, такое возможно. Поэтому и в момент, потому что индекс доллара при панической ситуации в рынках, он может спокойно подъехать на уровень, не знаю, 95-96 пунктов. То есть вот сюда вот примерно. На медианы значение полос Боллинджера. Такое возможно? Да, господа, такое возможно. Это надо учитывать. Вот. Так что имеются стратегические цели в будущем. Это поддержка уровня 78. У нас при этом еще формируется такая формация, как ромб, а это формация стратегические медвежья. Это, бы, это в акциях, в валютах, это везде так происходит. Такие вот формации, когда рисуются, они, как правило... То есть, когда такая формация рисуется после минувшего импульса роста, это формация медвежья. Если бы эта формация нарисовалась где-нибудь, тут, не знаю, после импульса, вот, условно говоря, падение, вот так было такое падение, да, вот, например, вот оно, падение было, формация, то был бы потом рост. Технические формации, которые рынок отрабатывает всегда. Я это повторяю, сколько лет я в рынке работаю, я это каждый раз вижу. Ничего не меняется, вот все одно и то же, потому что он, многие люди как бы не, не понимают многие трейдеры того, что все уже указано давно на графиках. То есть тут не надо смотреть даже на новости те же самые, как-то опираться на какой-то инфошум, инфоповоды и прочее. Есть график, на котором уже прописано даже будущее движение. Вот все. Это надо просто помнить. Также по индексу доллар пока будем торговаться в этом боковике. Вот сейчас я недельный график открою. Вот он боковик. Вот и вот. Уровень 92. Даже 91.78, дефис 94.26. Пока мы торговаться будем именно здесь. Вот. С чем будет доллар еще слабее по отношению к мировым валютам, да, и мы сейчас не более торгуемся в нисходящем этом, видите, тренде, нисходящий тренд, среднесрочный. Чем будет слабее, тем сырье будет дороже. И даже сырье может потом расти вопреки фундаменталу. Либо стоять на одном уровне, да, там где на вблизи 40 долларов, но уже при слабеющем долларе. Либо, учитывая там, фундаментальную либо ситуацию, а пакет мер все равно будет рано или поздно принят именно после выборов в окончательных в Штатах. То есть, неважно, победит Трамп или победит Байден, уже по барабану, пакет все равно будет принят. То так или иначе, те факторы, что я учел, необходимо будет учитывать. Ну, точнее, те факторы, которые я озвучил, необходимо будет уч учитывать. Потому что сейчас, видите, как цикл тоже в долларе меняется. Это во-первых. должно торгуться, видите, уже 40 лет в своем нисходящем тренде. И при... Мы сейчас не говорим про пару рубль-доллар и прочее. Мы говорим сейчас конкретно про доллар. Потому что рубль может девальвироваться даже вопреки девальвации доллара. Почему? Потому что у рубля есть политические риски. И они гигантские риски. Если там на стороне что-то произойдет, не дай бог, да, то все. Побег инвесторов, тудым-сюдым и там Рубль упадет, вопреки растущей нефти. Это надо понимать. Потому что у нас очень так, ну, как своеобразно очень все получается в рынке. У нас нестабильный рынок. И поэтому у нас спекулянты-инвесторы, как шуганые котята. И видите, был минувший цикл, это цикл роста доллара. Я допускаю, то, что следующий цикл был циклом роста падения доллара. И ростом цен на сырьевые продукты Тем более я неоднократно говорил то, что Приводил примеры и доказывал то, что сейчас Сырье находится в своих минимумах И это, блин, логично То есть уголь, нефть, газ там и прочее Там металлургия 5-10 Оно на минимумах стоит Цель того самого доллара Где отторговать все это Ну, блин, вот вам, 78 пунктов Цель есть Но достигать ее мы будем не сейчас Не Будем намного позже достигать ее Потому что для меня пока стоит вопрос, когда будут сдувать американский рынок. Потому что когда его будут сдувать, все опять убегут в доллары. Тем самым они будут запампят на какой-то очень среднесрочный период времени. Там может быть 2, 3, там 4 месяца, как это было в марте, к примеру говоря. И только потом, когда будет, рынок восстанавливаться, доллар будет по себе ослабевать, Почему ослабевать? А потому что будет включена рисковость в рынках. То есть побегут народ, побежит народ то есть в развивающиеся рынки, там, фондовые рынки и и прочее, потому что я тоже читал некоторые аналитические издания, не помню то ли Bloomberg, то ли Reuters, и там утверждали э, мнение свое они то что в случае победы Байдена инвесторы бегут на развивающиеся рынки. с этим я солидарен почему? потому что будущее именно за развивающимися рынками, то есть цикл меняется. Будем надеяться, что и наш рынок будет тоже пампить. Но еще раз говорю, в нашем рынке тоже есть определенные риски, а не политические риски. И это надо понимать. Если тут заговорят о санкциях, если тут заговорят о чем-то еще там... Ну, сами понимаете, да, о чем могут еще заговорить, там, о президенте и 5 10 то, блин, наш рынок будет просто падать. Если этого ничего не будет, ни санкций там, ни про президента, ничего такого, не дай бог, конечно, наш рынок будет расти. Сами понимаете. И нам, как спекулянтам, важен рост нашего рынка. Мы хотим играть, точнее, работать на рынке от лонга. Но не от шарта, а именно от лонга. Оно безопаснее так. Далее индекс S&P 500. Берем сейчас на недельный график. И в чем прикол? Формируется формация тройная вершина здесь. Самое сильное сопротивление, еще раз, это уровень 3550-3600. Потому что это 30-летняя зона сопротивления ее просто, так, блин, не пробить. Ее если пробить, только на стимулах. А пакете новых стимулов можно пробить. А с правительства США, грубо говоря. Будут ли они еще сводить эту программу? Нет. Сейчас у них кстати, удержать власть. Или Трамп будет президентом, будущего, или Байден. Понимаете, в чем суть? Сейчас эти два деда пытаются власть удержать. Вот в чем суть. И поэтому сейчас будет в рынке неопределенность. Смотрите. Основание данной информации, стороны вешая, находится на уровне 3000 пунктов, ровно 3000. Поэтому при достижении уровня сопротивления 3503.600, вот здесь, да. Скорее всего, будет откат. Потому что мы уже видели откат. Отсюда откат, отсюда откат, отсюда откат. И скорее всего, увидим здесь откат. Почему? Еще раз. Это очень сильная зона сопротивления. Вот здесь то же самое было. Ну, здесь плюс-минус. Вот здесь. И 5-10. Это самая сильная зона сопротивления, откуда традиционно идут распродажи. В этом индексе. американской рынке S&P 500. Вот. Ну и на меньшем графике, в принципе, то же самое. Тем более на меньшем графике мы так вообще уже, считайте, ну не мы, а американцы уже перегреты. Раз, пробитие полос Боллинджер и MACD. Перегретость. То есть, факт в том, то, что здесь по американскому мы рано или поздно коррекцию увидим. Еще раз при отработке формата страны и вершина цель 3000 пунктов. Вот. Ну, как-то так. Поэтому и кэш is not trash. Кэш is salvation. Кэш не трэш, кэш спасение. И это надо понимать. То есть кэш-то поберегите. Далее я пройдусь по значимым для меня лично эмитентам. Я не буду сейчас рассматривать весь широкий российский рынок, потому что мне, честно говоря, глубоко в западло, и я сейчас не хочу все акции российские рассматривать. Я рассматриваю примерно 10-12 акций, ну плюс, может, может побольше, может поменьше, не знаю, по ситуации посмотрю. Затронули в первую очередь те активы, какие находятся в моем личном спекулятивном портфеле. Давайте перейдем «Газпром». Недельный график, бычье поглощение. Есть, видите, такая большая жирно-зеленая свечка. Есть, да, конечно, есть. Торгуемся мы сейчас где? В нисходящем тренде. Цель того что Газпрома – прийти на сопротивление 173. Это верхняя грань нисходящего движения. И факт в том, то, что эм, во-первых, сейчас цена на газ выросла, вследствие чего в Газпроме, скорее всего, четвертый квартал будет намного рентабельнее. И по Газпрому тоже выходила одна информация, что-то там про... Сейчас я в Телеграме найду... Добыча Газпрома в октябре увеличилась впервые за кризис 2020 год, то есть экспорт, экспорт газа вырос до рекордных значений. Добыча газа в Газпроме за в октябре 2020 года составила 42,5 миллиарда кубометров. Свидетельствует расчеты интерфакс на основе ЦДУТЭК, что на 2%, что на 2 выше, чем за октябрь 2019 года. Вот. и Так, так, так. Оценивается переход операционных показателей «Газпрома» в область положительного значения. Поддержку добычи оказывает восстановление поставок и плюс еще восстановление цен на газ, то есть рост цен на газ. Так, в предварительный расчет на основании данных компаний и газа операторов Европы показывает, что, возможно, «Газпром» в октябре экспортировал в дальнее зарубежье 17, дефис 17,5 миллиардов кубометров газа, что является историческим рекордом. Это обусловлено ростом спроса э, газа в Европе, где начался сезон, сезон отборов хранилища. То есть вот на этот фактор тоже растется на газ. Поэтому, скорее всего, в четвертом квартале отчет будет по «Газпрому» в принципе неплохой. И в чем смысл-то? Смысл еще в том, что пока трудно сказать, какая будет зима, нынешняя зима, да. А если она будет жесткая зима, ну, цель, цена на газ 5 долларов. Верхняя грань э, боковика 12-летнего, даже может повыше. Вот, Для Газпрома это будет просто плюс, адский плюс. То есть за первый квартал заработать хорошие деньги, за второй квартал и прочее. Вот. И все эти стат данные, которые будут по Газпрому ходить, они, скорее всего, котировки цен на га котировку цен на Газпрома минимум, как минимум, поддержит на нынешний курс, а как максимум запампят вверх. Так вот, в чем смысл-то? Сейчас на недельном графике мы видим просто лютую перепрос, пробитие полос Бонжера, RSI перепрос, MSCD перепрос, стакатик тоже там перепрос, облако и шумок турбулентности. Эти индикаторы нам говорят о том, то, что тут, скорее всего, Газпром будет расти дальше. Почему? Потому что, во-первых, есть ли отработки вот всего этого свечного красного движения, недельный график, вплоть до уровня 100, ну, короче, вот уровень 173, 183 и даже до уровня 195, как минимум. Выше цель это отработка этой формации и вот этой формации, вплоть до уровня 206-207. И факт в, том, факт в, том, что сейчас она также пришла в очень сильную зону поддержки. Это зона 148-150. Это бывшая видите, зона накопления перед большим выносом «Газпрома» в 2019 году. То есть 14 мая, думаю, помнят всем. Поэтому на будущей неделе по Газпрому я ожидаю ход торгов вблизи диапазона 160, 162, дефис 166. То есть вот в этом уровне. Вот здесь, то есть. Но еще раз, в пределах этого нисходящего движения. Пока все это можно рассматривать как отскок. Пока что как отскок. Потому что, видите, мы пришли на нижнюю грань этого канала. Дальше у нас технический отскок. И только можно говорить о будущем, восходящем движении, когда мы пробьем уровень 173. Вот пробиваем мы эту верхнюю грань канала нисходящего. Вот пробили, протестировали да, куда-нибудь на уровне 166 и потом пошли выше распределяться. будет вот такой то канал. Понимаете? Тогда будет сломлен тренд, который уже продолжается здесь, блин, почти полгода. И все это нисходящее движение. Вот. Я свои лонги по... А, так, почему я там держу лонги, кстати? по Газпрому, по Башнефти, Газпромнефти, Татнефти, ВТБ, Мечел, я их удерживаю, эти ланги. Сейчас мы тоже перейдем на другие эмитенты, в том числе. Так, далее давайте перейдем на ВТБ. Недельный график. Идет формирование формации треугольник. Вот нам. То есть тоже пружина сжимается, так сказать. И Да, что было в 2019 году, что было в году 2014, но одни и те же формации, что было даже в 2009 году, одни и те же формации, в принципе, одно и то же. То есть, ну, я лонги по ВТБ держу, как говорится, не парюсь, потому что вижу на месячном графике, во-первых, идет локальное двойное дно вот здесь вот, да, идет глобальное двойное дно с основанием на уровне 0.057, то есть вот, оп, и вот оп, то есть здесь. Свои пояс я в ВТБ держу. У меня цель это выше 5 копеек. То есть примерно 0,55-0,57, где-то здесь я буду уже постепенно брать и распродаваться. Но опять же, цели среднесрочные, поэтому тут быстрого движения, к сожалению, не будет. И как бы я и тоже хочу, чтобы тут побыстрее ВТБ выстрелил, да, но, блин, сами понимаете. Не от меня все зависит. <кх> и в чем смысл? Ну, во-первых, у нас Рисуется бычий тренд на осцилляторах. Вот он тут, МСД, RSI, СТАХАСИ тоже. Ну, короче, это хорошо, это очень позитивно. Вот, далее побуду фундаментала ВТБ. Ну, сами знаете, уже ВТБ. Марков опять перед лицом акционеров повесил. Вот, то есть заговорили о 50% дивидендов вновь. И у них тоже сейчас в банке лежит очень большое количество денег в резервах. Даже по ВТБ будет МСФО за 9 месяцев. Да, он будет хреновым МСФО. Но там важно учитывать другое. То, что падение чистой прибыли лишь из-за того произошло, что деньги банк направил в резервы. По закону из резервов банк может деньги вытащить на дивиденды. Банк это сделать может. Тем более сейчас ВТБ с Минфином общается на тему выкупа привилегированных акций. Я, честно говоря, не знаю, выкупит или нет. Без понятия. Посмотрим по ситуации. Но, как говорится, чем черт не шутит. ВТБ сейчас тоже находится на своих минимумах. Это поддержка кризисов 2014 года и 2008-2009 годов. Ну и поддержка даже 2019 года, куда цена пришла, и потом начала автоматически пампиться вверх. Опять же, новостях о дивидендах. Поэтому по ВТБ я думаю, что мы рост увидим, но, скорее всего, рост увидим на новостях только о дивидендах. Это основной драйвер и это основная морковка для акционера. То есть дивиденды. Но, коль уж я спекулянт, и я спекулянт среднесрочный, в любом случае, я не, не, не торгую часто внутри дня, э, внутри недели. Больше мне предпочтительно это 1-3 месяца, 3 дефис, 6 месяцев. Это может и побольше чуть. Ну, внутри года, скажем так. Поэтому моя цель в ВТБ – это отработка формации двойное дно. Вот. Цель – это уровень 0.057-0.058. Вот сюда примерно. Так что я просто лонг свой держу по ВТБ и особо не парюсь, не кипишую. Но и при этом ВТБ я сейчас не покупаю. У меня там средняя сан 0.036 и я просто не трогаю. Лежит и хер бы с ним. Пусть лежит дальше. По Сбербанку картина такая, что вот формация треугольник. Вот она. Это по месячному, недельному графику и прочее. Перейдем сейчас на дневной график в Сбербанке. Сейчас рынок пытается закрыть гэп. Я неоднократно говорил, что я на Сбербанк только посмотрю тогда, когда он придет куда-нибудь к уровню 190. А то, может, по возможности пониже. Покупать даже вот спекулятивно а от уровень 196 я не стал. Да мне нафиг не нужен. Сбербанк, вот. У меня есть цели, где я готов покупать. Покупать выше этих целей я не хочу. Мне в западло, если честно. И сейчас Сбер пытается, да, закрыть свой гэп, соответственно, основное сопротивление перед гэповой зоной уровень 218. Но кто в позиции, просто стопы ставьте, двигайте по миру, потому что есть резон предположить то, что возможно уже на следующей неделе будет закрыть этого гэпа. Вплоть до уровня 230. Техническая цена еще не перегрета, поэтому зона перегреться будет достигнута только при, на уровне 230 рублей. RSI, и МА, это МСД, МСД РСА, и они пока не говорят, ну, что цена перегрета. Вот. Полусы Больнеджер, да, достигли мы их в верхней грани на дневном графике. Откат тут будет, но цель все равно будет закрытие гэпа. Так что просто двигать стопы по мере рост. Mm -hmm. Далее компания Северсталь. Это дневной график. Ой, сейчас сек. А, цена сейчас торгуется вблизи сопротивления 1100. Да, произошло закрытие гэпа на уровень 1100. Я Северсталь продавал примерно на уровне где-то 1060. Или 1055-1060, ну, при минус в этом э диапазоне. Вот, и сейчас по Северстали картина такая, что вот недельный график есть, абсолютная перегретость. Во-вторых, достигнут уже третья, третий раз сопротивление на уровень 1100 и формируется формация тройная вершина в данном эмитенте. Моя красная цель – это по возможности приход на уровень там 840, может даже 800, потому что сейчас фактор удержания северстали цены только тупо из-за дивидендов. Вот. И, ну, как сказать, коль достигнут цена такая стратегическая, то, извините, меня скоро придется время делать откат. На месячном графике плюс-минус такая же картина. Ну, около перегреться, скажем так. Потому что была формация голова и плеча о которой я давно говорил, она отработалась на этом уровне. Все, дальше, господа, только коррекция. Где-нибудь от уровня, может быть, 900, я бы к Северсаде посмотрелся бы вновь. Вот, потому что я Северсаде беру кон конкретно под спекуляции каждый раз, и ни разу пока что-то я не прогадал. То есть, как правило, это инструмент очень технический, и прибыль свою всегда приносит. Я ее продавал, то есть, в 21-22% прибыли, потому что я покупал ее на уровне в 800 80, ну, 875, 880 примерно рублей и продавал по 1055 1060 О чем, в принципе, я не жалею. Как говорится, бабки взял, всю норму Поэтому от уровня 900 я бы к Севершале вновь бы начал присматривать. И тем более сейчас на дневном графике если посмотреть, да? Есть предстенка формирования формации голова и плечи. Основание этой формации находится на уровне диапазона 978, дефис 990. Так что поаккуратнее. Ну, по компании НЛМК такая же картинка, как и по Северстали. В принципе, ничего нового нету. Они торгуются, как сказать, тамары ходят с парой, ну, грубо говоря. Картина такая же, вот вам. Тройная э, голова и плечи формация, вынос вверх. Отработка формации осуществляется на уровне 184. Э, в чем суть-то? Суть-то в том, что вот вам перегреться абсолютно технически по НЛМК и сейчас тупо цена удержит за счет дивидендов. И в чем суть, то сейчас разгружается буквально об хомяков большой участники рынка. То есть вот там месячный график, перегретость, перегретость, пробитие полос Боллинджера и прочее. Красная цель прихода НЛМК это уровень 150. То есть видите тут, вот, месячный график, двойное дно, вынос, не было теста, тест будет на уровне 150. Так что там я и НЛМК и подожду. Далее компания Мечел, акция обыкновенная. Ну вот, просто посмотрите на месячный график. Я напомню еще раз, то, что здесь идет абсолютная корреляция в цене и на цену на уголь, потому что базовая деятельность компании. Цена на уголь находится на своих исторических минимумах сейчас, то есть на кризисных поддержках 8 и 2014 годов. В чем суть сейчас? Вот посмотрите, вот вам бывшая формация «Двойная вершина», идет к проторговке к лоям своим, вынос, проторговка, вынос и коррекция идет сейчас я клоню к тому, что когда цена на уголь будет расти в Мечеле, то и э, сам Мечел тоже будет расти. То есть это как бы неминуемый сценарий, который необходимо будет пройти рано или поздно. Я Мечел держу тоже свои, в своей в позиции, там, конечно, доля у меня небольшая, там, примерно 2,5%, наверное, или поменьше, я не помню, если честно. Вот, и просто я скажу одно, что я думаю, опять же, учитывая то, что в компании сейчас менеджмент собирается продавать новые, свои, не, ну, скажем так, непрофильные активы, да, особо не важно, не стратегические активы, скажем так, то компания после продажи будет активно погашать свою долговую нагрузку. Кстати говоря, в самом Мечеле тоже правление компании говорит о диверсификации своих производственных мощностей, но об этой диверсификации может говорить только тогда, когда долговая нагрузка мечет приведет по соотношению долг, деленный на EBITDA, куда им корню 3-4 пунктов. И рано или поздно, я думаю, это произойдет, и поэтому сейчас правление компании штаны не просиживает. Но видно другое, то что хе, ВТБ пытается Мечел сейчас э, под себя тоже полностью подмять. Как говорится, Сбербанк это у нас IT-банк, то есть IT-сферу под себя подмять, а, а ВТБ он подминает под себя сферу промышленности, то есть госкапитализм, сам самом случае госкапитализм. Вот, и поэтому в Мечеле сейчас цена стоит на своей очень важной поддержке. Вот давайте мечный график посмотрим это нижняя грань боковика, это уровень 50, ну, 50, примерно 2, 50, 52, 55, это нижняя грань боковика. Поэтому здесь пока проторовка, она будет осуществляться какое-то время. То есть 52, дефис 60, а, не 52, дефис там 69, то есть 52, 69 и прочее. Пока более каких-то сильных движений говорить, я думаю, не стоит. Но хотя, если посмотреть на историю корреляции цен на уголь и мечел, то если цена на уголь будет расти, в скором времени месяца она все равно будет расти. Но Если будет в скором времени нараститься на уголь, то и Мечел тоже, эм, тоже, как говорится, будут расти, его акции. Потому что корреляция с углем она довольно весомая идет. То есть вот тут был рост цен на уголь, в том числе здесь было падение цен, ну и, и прочие 5-10. То есть просто посмотреть на график угля и наложить его на график Мечел, Вы увидите то, о чем я говорю. Тем более я данную тему еще постил на телеграм-канале и в контакт-группе у нас. Накладывал график угля на график Мечела. Далее компания Татнефть. Я такие компании, как Роснефть, рассматривать не буду. Я еще с компаний рассмотрю и обзор закончу. Так, смотрите, в чем суть. Вот месячный график. Я говорил одну важную вещь последние, ну, последние недели. Ну, недели полторы, наверное. Вот он: перепроданность, перепроданность, пробитие полос Бойнджер. И такой был последний раз, только в 2008 году. Аналогично. Сейчас это повторилось. Вот когда вы на месячном графике вот такую формацию, да, вот перепроданность, перепроданность пробить полос больше. Господа, помните одно, что здесь скоро будет отскок. Мои цели отскока под вот от нефти, я тоже внесу в позиции, и я это по факту говорю, что моя цель, первая цель 515, вторая цель 550, третья цель 570, четвертая 588 и пятая 615. То есть на медианную цель 550, я думаю, мы еще придем, потому что есть прогноз того, что и тоже глава -то от нефти говорил, что, мол, вроде как планируется выплатить дивидендов за декабрь. То есть не за декабрь, а в декабре. Посмотрим. Если будут дивиденды, это будет хороший драйвер для роста цен на котировки данной компании. И где на уровне от 550 и выше можно было бы распродаваться, в принципе, с очень так, неплохой прибылью, я бы сказал. По крайней мере, я свою поездку держу в вот этих целевых цен. И дальше буду смотреть чисто по ситуации. А так мы сейчас торгуемся в нисходящем тренде. Вот, нисходящий тренд. И все-таки, если посмотреть тем более технично, то верхний границ этого тренда находится на уровне 700 рублей. И тем более компания тоже объявила свое мнение о том, что к уровню до капитализации, ну, корню капитализации 2019 года, к, то есть к уровню 800 рублей за акцию, акция придет через 2-3 года примерно. Вот. Но, я, как говорится, не я лично не какой-то инвестор в нашем рынке, я спекулянт. Поэтому мне, мне лично, диапазон 550-600 будет достаточен. Все. На этом диапазоне я предпочел бы распродавать спекулятивную часть. Может, даже инвестиционную. Хрен его знает. Посмотрю по ситуации. Потому что, повторяюсь еще раз, что технически мы торгуемся в нисходящем тренде. И у нас отскок тут все равно рано или поздно будет довольно существенный. То есть этот фактор надо учитывать потому что нас всю нефтянку в России забили до полусмерти, да, то есть гнали котировки вниз. И это было сделано для того, чтобы высадить лишних пассажиров, то есть на маржинкол отвести плечевых лонгистов. И так на Шонке всегда происходит, всегда. Если мы на месячном графике увидим в конце этого месяца формацию бычьего поглощения, вот эту зеленую свечку, что вы не там на уровне, не знаю, 468, то, господа, бычки пришли в наш рынок, скажем так, в Татнефт, то есть. Далее. Дневной график. Имеется цель проторговки 465 и 480. В чем смысл? Тут идет формация двойное дно. Есть цель закрытия на уровне 465 дивидендного гэпа и цель отработки двойного дна на уровне 480 рублей. После достижения уровня 480, я полагаю, будет откат. Но откат уже в целью формирования восходящего тренда. Ну и как-то так поет, например, до своих целевых цен, о которых я уже в этом видео сейчас сказал. То есть я свои ланги держу по татнефти нефти, и особо-то я ну, не парюсь, не переживаю, что ли. Потому что понимаю, что продать я буду выше того урона, где она находится сейчас. Далее «Газпромнефть». Ситуация такая же, как и в «Татнефть». Да вообще ситуация сейчас на всех графиках в нефтянке российские одна и та же, что в, там, в «Луколе», «Татнефти», «Башнефти», «Газпромнефти» и прочее. Вот «Газпромнефть» — дневной график, да? Формация «Двойное дно». Основание формации на уровне 296 то есть сейчас указывается Газпром нефти пробить свой восходящий движение, то есть верхняя град нисходящего тренда на уровне 294, пробить, скорректировать и продолжить восходящее движение вверх, то есть опять же предел восходящего тренда. То есть цели, цели и по Татнефти, и по Башнефти, и по Газпром нефти и прочее, цель это все закрытие гэпов и непроторговых диапазонов. Например, в Газпром нефти цель это 360 рублей за акцию, закрытие дивидендного гэпа. Вот, и закрытие мы достигнем все равно рано или поздно, просто я, как говорится, ну, как говорится, по возможности, ну, как, то есть, позиции я удерживаю, но при желании, опять же, я там время от времени такие позиции подкупаю, то есть, от нефти, по Газпром нефти и прочее, потому что понимаю, что эти цели цены рано или поздно достигнут. Ну и недельный график по, по нефти такой же вот он. Нисходящее движение. Вот, вот, вот. Ну, перепродность просто должен быть технический отскок. И технический отскок даже потом, скорее всего, перерастет тупо в восходящее движение. А цели, вот вам, цель, блин, еще раз. 350 рублей. 360 рублей, то есть закрытие дифгэпа. Вопрос времени, господа, вопрос времени. И, как говорится, я все равно досижу до своих неплохих прибылей. И, как говорится, я... Все равно буду фиксировать здесь позиции свои по Татнефти, Газпромнефти, там, Башнефти. Как минимум с прибылью, там 20%. Потому что от моих средних цен там диапазон довольно высокий апсайда. Далее Башнефть. Ситуация такая же, как и в, в предыдущих нефтяниках. Вот вам. Недельный график, перепроданность, перепроданность, полосы Боллинджера. Имеется просто невероятный диапазон, который надо будет проторговать первый район. Куда цель идет, это 1350, второе, вторая цель, это уровень 1474, то есть вот, дневной график, имеется гэп, вот здесь вот, этот гэп все равно рано или поздно придется перекрывать, тем более в башнефти гэп еще имеется вот здесь на уровне 1650, так что цели в принципе есть, то есть сейчас всю нефтянку российскую давили тупо наши маркетмейкеры, маркетя наши российские и все, потому что нарезов в рынке нету, а выносить лишних пассажиров, так или иначе необходимо, потому что перегруз в ракете очень сильный. Ну и тем более башня второго сейчас своей формации треугольник, верхняя грань формата формации треугольник, это уровень 1800, 1850 диапазон. В принципе, туда стратегически, я думаю, цели можно выжидать. То есть, по крайней мере, отработку закрытия гэпа на уровень 1650-1660, да, вот здесь вот, рано или поздно мы достигнем. Ну и как минимум закроем гэп вот здесь на 1450 и пойдем, скорее всего, выше. Но это опять же вопрос времени. И это, это знаете, как больше. Ну, дистанция, что ли. Среднесрочная, я бы сказал так. Далее компания Интерау. это недельный график пробития восходящего тренда движения. Я неоднократно говорил то, что компанию Интерау я к ней присмотрюсь не раньше, чем. И. Сейчас сек. И сейчас еще раз скажу, что я... О, все, щелку выключил. Ага. И сейчас скажу то, что неоднократно я в свое мнение тоже выражал, что к Интерау, если присмотрюсь, я спекулятивно только от уровня 4.95 и ниже. Присмотрюсь, но не куплю. Присмотрюсь. Сейчас в Интерау идет чисто коррекционное движение. Здесь вот вам каналчик нисходящий. И при этом мы торгуемся. То есть вот, вот здесь. Да? То есть... Ну, как сказать, максимум все ниже и ниже. Интерам, в принципе, сейчас я покупать особо не планирую, не вижу вот никакой рентабельности, поэтому, поэтому пока я в стороне. Вот за другой акцией, за другой акцией, энергетично, за двумя другими акциями я очень пристально наблюдаю. Опять же, спекулятивно я наблюдаю. То есть, это компания NL Россия. Еще раз, гэп имеется на уровне 88 копеек. Вот шипом, хотя бы шипом, а его бы закрыть с дальнейшим выкупом. Вот это было бы идеально. Почему? Потому что впереди имеется гэп на уровне, ну, короче, на уровне 1.03. Вот диапазон, да, вот этот гэп. И вот этот гэп придется рано или поздно брать и закрывать. То есть, ну, иными словами, апсайд от нынешней цены, даже от уровня 88 копеек, это почти 20%. Вот. И, так сказать цена на месячном графике находится вблизи своего дна, то есть близ своих поддержек 14 -го, 8 -го года, кризисных времен. Поэтому сейчас торгуемся тоже в треугольнике, как и ВТБ, как и там Русгидр и прочее. И рано или поздно треугольник придется пробивать. Но перед его пробитием все-таки желательно закрыть гэп на уровне 88 и тут прикупить первые свои позиции я бы хотел. Потому что цель-то вот она есть, цель есть, но зараза туда даже не приходят. Откупают, видите, откупают прямо в моменте. Не дают, не дают. Ну, посмотрим, писать еще дальше будет. Далее компания Россети Преф. Я все равно стою на своем и буду стоять на своем закрытии данного гэпа. Уровень 1.70. Вот здесь закроет свой гэп. Я акции приобрету, первую партию акций выше покупать я не собираюсь. Нафиг мне это надо. Что бы тут ни было в этом, хоть там пусть свой гэп большой закат на 2.30, хоть еще что я не знаю. Плевать. Я жду 1.70. Туда придет, там куплю. Далее компания Юнипро там огласили то, что совет директоров дивиденды согласовал сейчас Юнипро. Я посмотрю, какая там сумма-то дифт у них. Див доходность 11 копеек. 4,2% доходности Вот. Сама цена торгов сейчас пресла в нисходящего тоже движения. Это вот наблюдается в данном сегменте. Это первое. Второе. Скорее всего, цена сейчас она не придет никуда на 2,25, она туда придет, но в средние сроки. Но не прямо сейчас. Сейчас рано. вот где-то от уровня 2,25 я бы купил бы еще раз. В который раз, то есть. В который раз я бы ее купил. Но выше этого уровня, 2.25, я покупать даже не собираюсь. Мне, честно говоря, фиолетово, откровенно, покупать по нынешним ценам. Купить ниже, да, я бы хотел. На уровне 2.25, то есть первую партию закупать именно здесь. На нижней границе его боковика. Ну и последняя компания Vion, он же Beeline, торгуется, опять же, в Клину. Сейчас, месячные графики я включу, просто покажу наглядно. Вот здесь он торгуется на нижней границе своего Там Goldman Sachs повысили, насколько я помню, рейтинг по компании до уровня 2.20 с рекомендацией покупать. Ну, Goldman Sachs, повторяюсь. Вот. У нас имеется все равно среднесрочная цель. Отскока. Это в область 2.59, в область 3 баксов. В принципе, я тут свой крохотный лонг держу. Павион, он очень маленький, но особо, как говорится, не парюсь потому что понимаю, что придет день, когда придется продавать выше уровня, ну, то есть в, этой, в, в, этом боковике, иными словами, то есть примерно вблизи 3 баксов. Так что волноваться не о чем, у меня позиция крайне мелкая. Я там, когда я покупал, я покупал на очень маленькую, маленькую часть депозита, Крохотный. там у меня сейчас примерно сотых 1,8% от капитала то есть цели есть, я эти цели жду и убежден, что буду продавать выше. В итоге ситуация с выборами в Америке все еще очень такая суровая, жесткая и в ближайший месяц, может даже побольше, будет опять же неопределенность и волатильность на рынках. По S&P 500 я целью указал, там, к сожалению, формируется формация «Странная вершина с основанием около 3000 пунктов. Вот, будем следить за ситуацией, как говорится, берегите кэш, он еще пригодится, потому что я даже сейчас, я хоть и спекулянт, но я всем кэшем в рынке не работаю, даже когда я совершаю интродные сделки, я, неважно, short, long, вообще насрать, что это делать там, как торговать, пофигу, я всегда ставлю стоп-лосс, стоп-лосс, и вас призываю, призываю тоже стопы ставить, стоп-лоссы потому что торговать даже внутри дня без стопов и там фьючерсами, чем-то еще, это, господа, это, ну, это, это жестко, это плохо, потому что если одно дело торговать в средний срок, как вот я сейчас держу свои позиции там по нефтяникам, банкам и прочим, и я их буду продавать в будущем по более высоким ценам, чем сейчас. Это одно дело, это среднесрочно позиция, там, в, в, прибыль там, в 20-30%, неважно, это среднесрочные позы. Но если говорить про интрадей, только со стоп-лоссом. Это вот просто как тобой это очень важно. А у меня, в принципе, на этом все. У нас имеется телеграм-канал «Биржевик». Вот ссылка всплывает. В контакт группа «Биржевик». Там поиск технический анализ акций, компаний российских, валютного рынка, технический анализ, технический анализ сырьевого рынка, там нефть, газ и прочее. Новости, обозрения, аналитика, мнения и все, что связано с фондовым, валютным, товарным рынками. Вся информация именно здесь. Также там пусть обучающие посты по а, тому, как рентабельно торговать на бирже. Также у нас имеется телеграм-канал Биржевик Облигации. Там поиск новости, аналитика, обозрения, фундаментальный анализ компаний, которые пускают свои облигации и все прочее, что связано с долговым рынком в том числе. Тоже на него подписывайтесь, если вам интересен рынок облигаций. Ну и также у нас имеется телеграм-канал Биржевик Банки, где поются новости, аналитика про, банк, про банковский сектор, обучающие посты, кредитование, страхование и сожжение СЖ и прочее, что с этим связано. Тоже на него подписывайтесь и будьте в курсе их событий и развивайтесь, если вам это интересно. А у меня на этом все. Благодарю за внимание и до свидания.